Обстановка с лесными пожарами в области продолжает оставаться напряженной. Последствия разрастания огненной стихии теперь наблюдаются и в областной столице. Жители Владимира начали жаловаться в сети на смог и запах гари в воздухе. В одной из социальных сетей появились такие фотографии, подкрепленные соответствующим комментарием. Смог. Сегодня утром в Добром. Чувствуете запах гари? Очередной природный пожар произошел 22 августа. Под Владимиром в селе Ославское загорелось поле. Давайте нам быстрее давайте, иначе сейчас загорится село. Как уточняют спасатели, сообщение о пожаре поступило в 2 часа дня. На тушение огнеборцы потратили 1,5 часа. Сейчас причины возгорания устанавливаются. В департаменте лесного хозяйства области сообщают, что обстановка с лесными пожарами крайне серьезная. Количество лесных пожаров возникает ежедневно от 7 до 10 штук. Все они ликвидируются в день обнаружения наземными лесопожарными подразделениями. В настоящее время наиболее сложная лесопожарная обстановка наблюдается в Заречном, Камешковском, Гусь-Хрустальном и Селивановском лесничестве. Накануне власти спасатели сообщили, что готовятся к отражению верхового пожара из Рязанской области. В соцсетях активно обсуждают жуткое видео происходящего в соседнем регионе. Судя по этим кадрам, если все-таки Рязанский пожар дойдет до нас, владимирским спасателям нужно будет готовиться к самой настоящей обороне. Надеюсь, что мы сейчас вот этот вот проскочим. Главное, чтобы дальше туда не ушел за этот самый, за бетонку. Если там будет полыхать, то, думаю, вряд ли мы туда проедем. Власти напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса. Пока прогноз неутешителен. Погодные условия в департаменте лесного хозяйства называют крайне опасными. В связи с непростой лесопожарной обстановкой в ближайшее время на территории региона ожидается введение наивысшего 5-го класса пожарной опасности. Алексей Домнин, 6-й канал.